2 июля 2017 год, Харьков, улица Культуры и Стальной Воробей свил себе гнездо. Вообще улица Культуры, очевидно, богата на памятник яйцам того или иного рода. Да, но кроме того, мы сейчас находимся где? Возле довольно примечательного, пусть и не в хорошем смысле, дома. Не касаясь нынешних его обитателей. Но тут как раз находится дом слова, недалечко. Улица Культуры 8, насколько я помню. А примечателен этот дом вещами совершенно жуткими. Построен он был еще в то время, когда Харьков был столицей Украины, до 1934 года, то бишь. И построен он был для деятелей культуры, писателей. Поэтому дом называется «Дом слова». Выполнен он, построен. В форме буквы «С». Да, так вот, что в нем примечательно. Шестьдесят квартир в доме. Тридцать за период, по-моему, в 10 лет. 33 человека из этого дома были арестованы и расстреляны. Вот он, наш красавец. 2 человека покончили с собой. А 13 были арестованы, репрессированы, сосланы в лагеря. А, Культуры 9. Вот он, этот замечательный в этом отношении дом. Дом слова. Слово за слово, слово не воробей. Вылетело, и очень многих по этому поводу поймали. Поймали на слове, что называется. Жильцы дома называли этот дом «дом предварительного заключения» или совсем лаконичной «крематории». Мрачный, но юмор. Пойдем посмотрим что-нибудь более веселое на улице Культуры.